И еще одну версию прорабатываем, потому что на этом не надо останавливаться. Мы еще есть варианты. Мы как с Россельхознадзором отработаем, и заодно будет какой-то результат во внеизаже, тогда вам озвучим. Чтобы население, оно должно владеть информацией, конечно, они обеспокоены, потому что такого никогда раньше не было у нас. И борьба только одна, это уничтожение свинопоголовья. Все, по-другому никак.